Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию новинку 2019 года от фирмы Birking. Копия на воблер Megabass X120. Такие вот красивые воблеры. Надпись на спинке BKX120SL. Классические вот такие вот воблеры Minnow. Длинные, вытянутые. Очень красиво смотрятся. Посмотрим, как они будут работать по щуке. Воблер предназначен для мелководья. Наверное, максимальное заглубление у него максимум до метра. А так 0,2-0,5 метра. Воблеры выполнены очень качественно. Петли проклеены. Покраска и лакировка, как видите, на должном уровне. Очень хороший глянец. Хороший используется лак при покраске. И очень хорошие зацепистые тройнички. Сразу цепляются за пальцы. Сейчас померяем, взвесим. Посмотрим, что они из себя представляют. Ну, если 120-ка, уже понятно, что он должен быть 12 сантиметров. Смотрим от кончика тела до хвоста. Ровно 12 сантиметров. Ну, если с тройничком и с колечком, чтобы знать, какие коробочки под него подбирать, то 15 сантиметров в разложенном состоянии. Остальные воблеры, я думаю, тоже смысла мерить уже нету. Как видите, 12 сантиметров. А вот вес у всех проверить довольно интересно. Какое соответствие по весу? И взвесим. Двенадцать пятьдесят шесть. Сейчас еще раз аккуратненько положим. 12,56. Как видите, погрешность очень-очень маленькая. Два воблера вообще идеально грамм в грамм завесили. Сейчас попробуем их на плавучесть. Говорят, многие могут обещать одно, а на самом деле получается другое. Как видите, тройничок сзади тянет воблер вниз. Ну, если добавить поводочек, то будет, я думаю, идеальный суспендер. Ну, это мы уже проверим на рыбалке, посмотрим, протестируем их, так сказать, и попробуем разловить. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Ссылочка на данный воблер и на другие уловистые воблеры от фирмы Birking будут в описании под видео.